Театральная публика столицы встречает танго после заката. Постановку с таким названием на чеховский фестиваль привез хореограф Херман Корнехо. Спектакль собрал на одной сцене 5 пар лучших танцоров из Аргентины, а ведь эту страну называют родиной танго. Об искусстве страсти. Дарья Дружина. Примите этот подарок из Аргентины. 10 лучших мировых танцоров танго в сочетании с мировой музыкой Астора Пьяццоллы. На сцене страсть, любовь и желание. Взоры танцоров притягивают друг друга. Ноги сплетаются в вихре махов и поворотов. Не забывайте дышать. Чтобы станцевать в Москве, танцовщики летели из Буэнос-Айреса больше 20 часов. Буквально накануне их вылета Аргентина вновь объявила локдаун из-за пандемии. Мы счастливы быть здесь, даже несмотря на тяжелую ситуацию в мире с ковидом. Устали, да, но все равно пойдем гулять по вечерней Москве. Для аргентинцев танго – образ жизни. Они танцуют его с самого детства, в любом месте, даже в аэропорту, уставшие после перелета в ожидании багажа. Постановку танго после заката в Россию привез знаменитый хореограф Херман Корнехо. В Аргентине он король танго. В этом спектакле мы, с одной стороны, берем танго в его чистом виде, а с другой наполняем этот танец свежей энергией нашего поколения. Здесь и современные элементы балета, современного танца и другие танцевальные направления нашей эпохи. Танго появилось в конце 19 века в трущобах Буэнос-Айреса. Сюда со всего мира стекались солдаты, обездоленные крестьяне и иммигранты из Европы. В основном это были мужчины. Страдая от одиночества на чужбине, они собирались в портовых кабачках и барах. Так национальные мелодии смешивались, создавая запоминающиеся звуки танго. В те годы в Аргентину иммигранты завезли и банданеон. Музыкальный инструмент, похожий на гармошку, стал неотъемлемой частью танго. У меня вся семья танцевала танго, а я вот играю на банданеоне. Обожаю эту музыку и этот танец. С такой любовью о танго говорят все, от танцоров до музыкантов. Эту страсть со сцены почувствует и каждый зритель. Херман Корнехо использует в спектакле балетные поддержки и пируэты, которых нет в словаре классического танго, но есть главное – единение двух душ, двух людей, которые понимают друг друга с полувзгляда. В танго важно уважение между партнерами, ведь оно родилось из импровизационного танца. Один партнер предлагает, другой соглашается. Вместе со своей партнершей Хиселой Галиаси они выиграли все мировые первенства в танго. Эта пара источает волшебство, а каждый их шаг просто обжигает зрителя. Это платье парни снимают с меня прямо во время спектакля. Всего у меня 10 нарядов. Иногда надо успеть переодеться за 30-40 секунд. Вам помогает кто-то или это? Иногда да, иногда нет. Это завораживающее зрелище не исчезнет до тех пор, пока не закроется занавес, потому что у короля танго всегда есть последний трюк. И все самое интересное начинается именно после заката. Дарья Дружина, Павел Байдалов, Татьяна Бодрова, Константин Жуковский, Первый канал.